Итак, привет всем. Сегодня я хочу вам рассказать о своем новом шоу, которое я анонсировал в паблике ВК. Кто не подписан, можете подписаться, ссылочка в описании будет. Там я выкладываю разные новости о своем канале, да, о будущих проектах и так далее. Итак, что я написал? Я написал, что я со своим другом хочу сделать шоу, в котором буду пародировать разные сцены из известных сериалов и фильмов. Теперь объясняю. Пародировать не в том смысле, типа там шутить, там травить шутки, да, какие-то, то есть не в комедийном смысле, то есть брать и переснимать эти сцены. Но не тупо копипастить, да? Не тупо копипастить, а добавлять что-то свое, то есть какую-то свою изюминку и свой элемент. То есть, может быть, изменять эти как-то сцены или что-то в этом роде. Я хочу, чтобы данное шоу было сосредоточено именно на актерской игре. Не на спецэффектах, а на актерской игре. Да, спецэффекты там будут, но они будут чисто для красивой картинки. Если честно, я и занимаюсь спецэффектами только ради красивой картинки. Это когда я там лет 5 назад, знаете, начал заниматься спецэффектами. Да, я был только одержим ими, и все. Какие видео я снимал? Я снимал такие видео, типа, ну, бежит человечек, бежит, бах, взорвался. Или бежит человечек, бах, его застрелили, там, упал. Ну, короче, такую тупость снимал. Потом я как-то подумал, нет, давай, надо что-то сюжетное снимать. И вот так я начал снимать короткометражные фильмы. После этого, естественно, нам с другом очень понравилось играть, быть кем-то другими, как-то, знаете, отклоняться от этой повседневной серой жизни. Да, знаете, даже по сей день у меня нет такого, что у меня в приоритете спецэффекты выше, чем актерская игра. Нет, я всегда стараюсь играть, пытаться играть как можно лучше. А спецэффекты чисто для красивой картинки. Я не жалею, что я этим занимаюсь, потому что они помогают мне воплотить мои идеи. Ну и вот в данном шоу есть такая возможность, да, показать не только, как я хорошо делаю спецэффекты, а и то, как я с другом умею играть. Ведь я люблю это не меньше, чем делать спецэффекты, даже больше. А если вам понравилась идея с шоу, то напишите в комменты, что вы вообще об этом думаете. Может, вы какие-то идеи предложите, я не знаю. Ну, короче, пишите. Вроде бы сказал все, что хотел. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!